Роман знаменитой супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купер привлекает внимание папарацци в разных странах. Прошедшие выходные Ирина Шейк и Брэдли Купер провели на одном из пляжей Нью-Джерси, куда приехали вместе с матерью актера Глорией Кампано. И по заверениям очевидцев, модели мама голливудской звезды прекрасно общались друг с другом. СМИ сообщает, Брэдли и Ирина провели прекрасные выходные в Джерси. Ирина счастлива, что их отношения с Брэдли развиваются так хорошо. Шейк обожает его мать, и она отвечает ей взаимностью. Глория просто хочет, чтобы ее сын был счастлив. Ирина была так рада провести некоторое время с мамой Брэдли, потому что для нее очень важно произвести на нее впечатление. Хотя она ладит с любым, кому Брэдли ее представляет. И это делает их отношения почти безукоризненными. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!